Приветик, не спящие. Ну чё, давайте еще один забег сделаем в эту игру. Все-таки она была какая-то необычная. Ну так, самую малость буквально. Все-таки я попробую поиграть с лучником. Ну, а если не выйдет, поиграем за что-нибудь другое. Наверное. Так, специализация. Возьму силача. Режет урон по мне, так что думаю, будет все замечательно. Поехали. Ей, снова масло на земле. Снова я катаюсь по нему. Как маленький пингвин. Шутка. Перки. Так. Криты. Обязательно криты. В этой игре лучше брать криты. Криты тут почти все. Вернее, криты тут важны и более важны, чем остальное. Поехали. О, сундучок. Бронька. 2, 4. Зашибись. Всегда мечтал. Да-да, портал, я помню. Оружие стреляет быстрее. Ну, не то чтобы очень полезно, но... Сойдет. Ты... А, ты сундук. Ты живой сундук, точно. Ну давай своих чемпионов. Выпустите меня. Первая волна. Первая волна? А, как громко! Надо было, наверное, прочитать, что он там имел в виду. А, криты, криты! Скотина, вот как он в меня попал? Как это вышло? Я же могу еще перекатываться. А, не бейте. Надо, наверное, обилки юзать там, периодически. Ну так, иногда. Тем более откатываются они довольно быстро. Так, ну, по крайней мере, за мной бегать особо никто не будет, кроме вот этого шарика слизи. А вернее, кубика. Умри. Вернее, лежать. Фу, плохой шарик. Иди к черту. Колдун. Маг. И вообще, ублюдок. Криты прошли. Вторая волна. Ай, громко. За что вы так со мной громко? Я же... Вы же мучаете не только меня. Шел к черту. А что ж такое? Не, это я не переживу уже, походу. Игра что-то немножко собачная. Собачная игра, да. Проблематично зажал. Зажал меня этот кубик чертов. Но я все равно победю. Выиграю, побежу, неважно. Ну, я порно озвучивал, вы же в курсе, да? Все в рамках приличия. Шуткой, разумеется. Так, отстань от меня. Еще одна волна! Готов. Громко-то как. Ну, это хуже. Это хуже. Эта волна хуже. Тут эти чертовы комки слизи слишком опасные, понимаете? Они слишком опасные. Они слишком быстрые. Черт! Какая неприятная штука произошла. Ну и ладно. Давайте еще раз специализацию. Снова силач. Потому что я могу. Может быть, кстати, стоило взять шмотки стартовые. Может быть, нет. Хотя, ну посмотрим. В принципе, и так неплохо. Это я просто нарвался на три волны, две из которых я, между прочим, пережил вполне себе успешно. Я бы, в принципе, третью пережил, если бы не наркоманил. А, пауканы. Пауканы кусаются прям в перекате. Я что, в Скайрим попал, что ли? Фу. Так, что мне дали? 9-15? 14-18. Вот это неплохая штука, стреляет долго. Криты 15%. Неплохо. Пятерка. Поменяем броню еще в забавок. Ну и отлично.
Осталось найти мужика, который торгует им этим барахлом, и продать ему это дерьмо. Да. Криты. Где криты? О, 26. Неплохо. Сундучок. Со свитком лечения. Мясо. Возьми мясо-то. Жалко, нет магнита, который магнитит предметы к персонажу. Так, ну тут я побывал. У меня есть красный ключ, кстати. Здорово, мужики. Как жизнь? Ай, твою мать. Отстань. Ай, ты ж... Как он меня задевает? Я прям ненавижу эти хитбоксы. Кошмарные. Ну, вроде порядок. Давай полечимся, раз уж такие пироги. Что у нас тут? Шестерка, четверка. У нас пятерка. А, блок шен... Блок... А, вернее, шанс блока маленький. Слишком маленький, оставлю пятерку. Синий ключ у меня, кстати, тоже есть, но я пойду поисследую. Опять ты. Ну давай, старикан. Сразимся. В прошлый раз не было никаких волн. В прошлый раз мне просто дали чемпионов, и я всех победил. А в этот раз что-то как-то нехорошо. Надо аккуратно, аккуратно следить за флангами. Вообще за всем следить надо. Ай, не застревать в хитбоксах. Не. Вторая волна, это будет уже полегче, полегче. Чуть-чуть, но полегче. Их еще отбрасывает этим... Ай, этой обилкой. Это хорошо. И взрыв дамажит по нескольким целям сразу. Это тоже хорошо. Ай. Нет, да что ж такое? На. Последняя волна. Бабах! Как громко. Кошмар. Как я вот это ненавижу, то есть, когда я бегу сквозь врага, я дамажусь об него. Даже если он меня не бьет, то есть не проходит анимации удара. Я просто бегу рядом и дамажусь об него. Ой, вот я пустил стрелу. Прям куда надо. А, хитбоксы! А, да что ж такое? Как опасно, опасно. Опасно жить в этом мире. В этом опасном мире опасно жить. Вот неожиданность-то, правда? Лежать. Сундучок. Что в сундучке? Показывайте. Лук. Свитки. Еда. Все? Оно того не стоило. Как много луков? 9-15, 4-14, 7-16, 7-11. 14-18. Пока ничего не сравнилось с моим луком. Дерьмо, в общем, какое-то. Зато у меня есть свитки фаерболов, это хорошо. Ну, броня тоже дерьмовая, так что продам. Честно говоря, не стоило оно того. Вообще не стоило. Я зря сражался с этими упырями. О, торговец. Отлично, держи. Это барахло. Которая мне нахрен не вперлась. Фаерболы, фаерболы. Лечение. 9-7. Вот это интересно. Я бы вот эту купил. Стоит она 7 сотен, у меня столько нет. Даже если я продам за эту херню за 60, мне все равно не хватит. Что стоит она 740. Луки 9-16, 8-17. Ага, криты довольно низкие. Ну не-не, я могу, конечно... О, кстати, за 3 сотни могу продать. Или за 150. Может, хватит на броню? 790, о, как раз. Ха. Снимем, это наденем. На себя и побежим. А! Вот как это? Я прокатился сквозь них. Они меня все равно дамажат.
Отстань! Да отстаньте от меня! Это еще что за хрень? Дай сюда. Так, что за херню я нашел? А, магические капканы. Замечательно. Пригодится, наверное. Нам направо. Что ж, как вас много-то, а? Хорошо, хоть их взрывы дамажат массой. Иногда. Это мертвый? Это мертвый. Так, мясо, мясо. Угу. Здесь ничего. Орешек. Это барахло продать надо. Будет перед выходом в телепорт. Порядок. О, это что за сапоги? Вы нашли что-то. Золотая талария. Скорость увеличена на 100%. Время действия 20 секунд. Сказал бы, что супер полезно. Я и так плаваю в этой воде, можно сказать. Точнее, в этом масле. Ну, ладно. Возьму. Что ли, я надеюсь, она многоразовая. Надо поесть. О, вот так-то лучше. Чё, черный ключ у меня есть? Вернее, что? Черный ключ у меня есть? Погнали налево. Скорее всего, здесь кристалл, который я заберу, и пойдем дальше. Куда-нибудь вниз. Я там еще не был. Вроде бы. Ой. Тыкс. Куда-то сюда. Ага, попалась. О, кстати, сундук заныканный. Ну как заныканный? Не совсем заныканный, так. Просто спрятался за спрайтами. О, лук. Вот это да. Вот это находка. 3.10. Какие классные у вас тут луки. Так, не надо, не надо, не надо. И опасные не надо. Он не может сделать это прямо сейчас. Слушай, ну это уже не смешно. Умирайте. Умри, враг Монолита. Шутка. Так, не надо. Не надо меня убивать. Левелапы. О, кстати, тут же есть левелапы, точно. Вот это да. Во, я использовал эту херню. Ух, нихера себе. Теперь я вообще бегаю не просто по льду и по маслу, а по какой-то слизи. Капец, ты посмотри на эту жесть. Лучше бы продал. Сейчас. Ладно, поехали. Порталы. В смысле портал? А здесь что, не портал, что ли? Ладно, погнали. О, здорово, мужик. Хочешь, я тебе толкну всякого барахлища? Вот этого говна. Например. А троечку? А троечку. 8.19. А, ну да, какие 8.19? У меня денег-то нет. Ну могу, конечно, фаерболы продать. Так, поступлю, пожалуй. 8.19, 10.17. Во, хороший лук. И стреляет быстро. Возьму его. А что с броней? Армор 7, армор 11. Вот это вот, что 7 дает, я бы ее надел. Хотя нет, не надел бы, она дерьмовая. Ладушки, поехали дальше. Надо только вот это снять, это надеть. А, это не надевается. Ну ладно, тогда сделаем так. Бомбочки можно сюда? Можно. Супер. Давай. Парни опасные, опасные парни. Не надо тут. Что вам надо от меня? Отстаньте. Капец.
бомбами переходим взрывать. Да отстань ты от меня. Какая у меня скорострельность вообще? Ну, повыше немного. Интересней. Что это за хрень? Зелье из крови гиганта. Увеличивает дамаг на 5 очков. Клёво. Начинается. А! Не надо. Не убивайте меня. Кошмар. Одним меньше все-таки зацепили. Даже в перекате. Они, кстати, иногда станется при попадании в них. То есть, если не чаржи, так оп, попадаешь в него, и он вроде станется. Вроде, не факт. Так, броника. Аж две курточки. 5 и 5. 10, 11, 10, 12. Ну, это бесполезное говно. Бесполезное говно. Так, ловушки надо нацепить. Где я? А черный ключ у меня есть, да? Ну, идем тогда. Правда, он не совсем черный, но все-таки. Ну, ты реально как Айзек, только немножко в другом виде, стиле. А? Не такой шлифованный. Какой там Айзек на флеше был? Вроде более шлифованный, чем это. Да пипец, хватит попадать под раздачу. Бомбочки, о, клево. Дайте мне бомбочки. Вместо свитка лечения. Это нахрен. Портал, который уже можно активировать, кстати. Но я этого делать не буду, я пойду лучше пособираю всякое полезное. Ну и в том числе экспу. Экспа — вещь полезная. Мне же надо как-то прокачиваться, ты еще что такое? Ткаты. Долгие. Взрывом я дамажу 24, критами я дамажу тоже 24. Неплохо, да? 34 иногда даже. А. Что здесь? Лук. Что за лук? 5-14. Ну... Не, идите в задницу с такими луками. Не хватает этой игре. Много чего не хватает на самом деле этой игре. И одна из этих маленьких частей — это сравнивание предметов. Ну и балансировки, разумеется. Вообще всего. В том числе и скорости бега. Как персонажа, так и мобов. У них как бы не совпадает анимация со скоростью ходьбы. И это, по-моему, не то что ошибки, скорее недоработки разработчиков, которые только-только занимаются. Вернее, начинают заниматься играми. Хотя хрен его, чем они там занимаются. Может, они вообще ПО для бухгалтеров разрабатывают. Хотя не похоже. Капец, вы что, бессмертные, что ли? А ну-ка, умирайте, отъезжайте, давайте, ну, до свидания. Следующий. Хорошо, хоть эти ублюдки долгие. Достать меня не могут. Там направо. Ну, начинается. Начинается. Понеслась. По трубам. Вода. Что-то я эту бомбу не туда швыряю. Так, избавились от одного ублюдка. И кончились у меня свитки фаерболов. Да. Опасненько. Пришлось аж кровь жрать. Ну и зачем я сюда заходил, спрашивается. Просто потратил хп. О. Здрасте. Какое-то барахло. Я нашел немножко еды. Все? Больше у вас ничего нет? Павчик. Странные вы ребята. Прилечь отдохнуть решили? Ну и ладно. Так, мне еще надо налево сходить. Проститутку снять.
космическую. Шутка. Вы нашли ключ Азуры. Да прям реально, Айзек. Это что, был правильный сундук, что ли? Или чего? Я что-то сделал не так. 10, 13, 5, 14, 8, 10. Ну не-не, мой лук лучше. Так что вас нафиг можно послать. О, опять эта комната. Ну, трупаков полутали и пошли отсюда. Здесь больше все равно нет ничего. Деньги, да, еда. То не всегда. И то не всегда. Там еще комната осталась одна. Да хрен с ней, я думаю. Там вряд ли что-то полезное есть. В этой комнатушке. Слышь, торговец, я тебе принес барахла. Выкачаешься. Смотри, какое. Классное барахлище. Так, это вот надо поменять. Это нехорошо. Как-нибудь так вот, наверное. Пока поменяем. Нам куда-то вниз. А буковка S на карте означает старт. Вот неожиданность-то, правда? Ура, портал готов. Поехали отсюда. Да, интересно, интересно. Ух, ёп, тебя за ногу. Ну все, понеслась. Ща будет весело. Так. Метеоритного убля... убляли. Это слово такое новое. Шутка. На самом деле я имел в виду убрали. Вернее, убрали. Бывает такое. Эть. Кстати, у этих слаймов тоже хитбоксы такие не шибко хорошие. У них где-то в центре есть кружок, которым они дамажат. И если в этот кружок не попадать, то все будет замечательно. И при том этот кружок меньше, чем сами они, спрайтами. Ой, бомбу выкинул случайно. Черт, это была мощная бомба. Ну, ладно. Че уж тут теперь? Ну, понеслась! Опять. Как я ненавижу вот это вот. Просто кошмар. В мне летит все, что можно вообще. И в довесок еще летят метеориты. Да ж, хватит кидаться бомбами! Так, отъезжай. Кошмар. Просто кошмар. Она усложняется не очень-то пропорционально. 6-14, 8-13, 7-16. Дерьмо. Все три. 8-5-24. Говно. 8-5-30 тоже говно. Едем дальше. Здрасте. Ну, здесь я уже был. Давай, сразимся. Один из них не то с повышенным здоровьем, не то хиллер. Вроде просто с повышенным здоровьем. Но тролли — это не шибко опасное дело, потому что они за мной просто не успевают. Ну, иногда застревают в хитбокс. Наркоманы. А если открыть инвентарь, будет пауза? Не совсем пауза. Они все-таки двигаются там. Я съел орешек. Черт. Я не то имел в виду. Я имел в виду свиток лечения. Я обменял здоровье на деньги, вроде бы. Из-за этого чертова орешка в этой игре. Давай уже. О, какой-то новый лук. Возможно, лучше, чем то, что у меня сейчас в руках. Но что-то я сомневаюсь в этом. Какие они большие. Бронебойные. Бам.
Давай. У него откат атаки такой долгий, что я успеваю постоять рядом с ним и выстрелить еще в него в довесок. Что мне дали? Лук, хорошо, свиток, еда, еда. Все? Маловато. 8, 13, 12, 19, 15%. Стреляет медленнее, но почему бы и нет. Да, какие фаерболы, я поесть пытался. Наш на пятерку еда. Это вообще неудобно. Так, нам попался быстрый на этот раз. Шипись. Просто прекрасно. А чё, кончились уже? Эх, жалость какая. Всё-таки зацепил меня быстрый упырь, но я левелапнулся и полечился. Хорошо. Так, что мне дают на выбор? Каждая третья стрела имеет 50% шанс нанести криты. Здорово. Стрелы во все стороны дамажат на 150% мощнее. Ну, не то чтоб супер. Разрывные, откат разрывных стрел уменьшен на 1 секунду. Они у меня и так, в принципе, быстрые. 3 секунды, ну, не, я лучше стрелы возьму. Разносторонние, вернее, повышенный дамаг стрел, что летят во все стороны. Ай, да, наверх. Чё мне терять-то? Вот и проверим заодно обилку. Ну, теперь они дамажат не по 10, а по 20. Ну, плюс криты. Что в целом дает неплохие показатели урона. 8.19, 8.13. Это, кстати, мой старый лук. 8.5.11. Ну нет, это я менять не буду. Шли дальше наверх. Вернее, идем. Оп! Отвалите! Не для вас моя роза цвела! Да твою мать! Не! Не! Ну, слаймы это не так критично. Не так опасно. Как могло бы быть? О, портал. А кристалла-то нету? Нету кристалла-то? Печалька. Еще и стационарное орудие. Какой кошмар. Я что-то не уверен, что я здесь выжил уже. Хотя... стационарных орудий есть мертвая зона. Кое-где внизу. Но если, конечно, самому не ходить, не собирать снаряды. Очень не хватает игре звуков попадания в персонажа. Ну, то есть, я, конечно, вижу, что вот летит красный шарик, и я его собираю вот так, ручонками, лицом. Но звуков никаких нет, никаких предупреждающих. Значков нет, вообще ничего нет. Не круто. Не круто. Отстань! Ага. Дамажится ведь центр. Периодически это херня. Вернее, индикатор-то того, что в меня попадают, есть. Персонаж начинает мигать. Мне персонажа, но... этого недостаточно. Что это за хрень? О! Зелье гиганта. Вернее, зелье крови гиганта. Сойдет. А, ну, вы не страшные. Вас я даже могу и лицом пощупать. Как бы пошло это ни звучало. Лежать. Так, а ты что такое? Контракт с наемником. Обменять 150 монет на 300 экспы. Полезно. Почему бы и нет?
У меня, кстати, кончилась еда. Это грустно. Потому что здесь у нас враги, которых надо убивать. Которые меня больно дамажат. Так, сплэш еще, да? Замечательно. А, стрела промахнулась. Или улетела немножко не туда. Жалко, он сам себе не дамажит. Этими метеоритами с небес. Было бы здорово. Да твою мать! А! Ну это вроде простой босс, кстати. Вроде. Если, конечно, не наркоманить. А! Ну, кстати, не задел. Я же говорю, у них хитбоксы такие маленькие кружочки внутри. И они просто иногда не попадают. Ну, либо что-то происходит и... Я и выезжу. Иногда, но... Видимо, не в этот раз. Что, печально? Печально. Ну, я думаю, на сегодня хватит и так с меня. Ты странной игры. Когда-нибудь я пройду дальше, но... А пока что так. Вот как-то так. В общем, такие дела.